Он знает, и я знаю. Меня уже не вылечить. Ну, Макс, пора. Макс Хас. Эй, Макс, ну что ты загрустил? Знаю, тебе нравится роза, но так уж в мире устроено. Свинки умирают, чтобы люди могли поесть. Макс Хас! И нам нечем ее кормить. Есть только еда для людей, нет для свинок. Когда мне грустно. Нет! Это что за тварь? Это не тварь, Шимшин, это не тварь. Это туловище беличьей обезьяны и голова моей любимой сиамской кошки Шошаны. Глянь на нее, Шимшин тебя не обидит, он хороший ингель. Я нашел Шошану в реакторном отсеке подлодки. Она охотилась на крыс. Через несколько месяцев, когда она умирала от рака желудка, я увидал в Белизе практически безмозглую обезьяну, уживавшую детонатор. Сделай одолжение, ласковец, опусти топор. А то я как-то нервничаю. Это не просто мой любимый питомец. Это, скорее всего, мое самое главное научное достижение в жизни. Да, это у нас главное. Голодное? Съешь рыбки. Видишь ли, чтобы провести межвидовую трансплантацию головы, нужно а. совместить спинные хребты. Она в порядке. Б. Свести воедино две трудносовместимых биосистемы, дыхательную и кровеносную. Ну и... Так, я понял. Давай теперь без этой тарабарщины. А, что это я? Как старая качка. Хотя был такой день, а я... Прости. Посмотрим. Может, дать тебе снотворное, Ингели? Нет. Нет, лучше. Найди мне дело. А, тебе нужна отдушина. Понимаю тебя, понимаю. Все люди горюют по-разному. Но я нашел тебе идеальную отдушину, Ингели. Пару дней назад Аня попросила меня соорудить тир для бойцов на борту. Он почти готов, но... Эксперимента ради я сделал мишень из старого немецкого беспилотника, как вдруг эта феркакта машина стала Мишугиной, как Гитлер, и напала на меня. Короче, пришлось ее запереть. Будь другом. Сходи и уничтожь беспилотник. И заодно опробуешь мой тир и поделишься впечатлениями. Потом приходи, расскажешь, что думаешь. Ступай, Ингели. Хорошо, я посмотрю. Ну что ж, буду признателен. Хочешь, чтоб я за тобой побегал, да? Это нужно быть осторожнее с опытами.
Эй. Сисока, найди свою силу. Не всех нацистов перевели. Шимшин, ты вернулся. Как тебе мой тир? А, Ингели, отлично. Ты у нас молодцом. Герр Бласковиц, ваша леди Аня приходила сюда искать вас. О, точно, точно, да. Аня нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Она сейчас в комнате Кэролайн. У нас отличный дом, Кэролайн. Ты всегда поступала правильно. До сих пор ее запах. Я нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Я знаю их точный адрес. Скажешь про это Фергюсу? Он уже встал на ноги после операции. Я попросила его принести мне нитроглицерин со склада боеприпасов. Но он до сих пор не вернулся. Сходи на склад боеприпасов рядом с тиром и найди его. Нужно собраться и продумать дальнейшие действия. Скоро прибудем в Нью-Йорк. Как сказать ей, что я скоро отправлюсь к тебе, Карл? Ты как, Фергюс? Как твоя рука? Прошу, помоги мне. Что это у тебя с лицом? Она хочет убить меня, Бласко, вот что. Представь, ты мирно спишь, а потом вдруг резко просыпаешься от того, что твой протез яростно долбит тебя прямо в глаз! Пришлось отключить. Как же так? А Сет что? Понес что-то про кривую познания и все такое прочее. Что я должен научиться ей доверять? Ой, не знаю. Прикинь, я с ней, если честно, в сортир ходить боюсь. Может, она как бойцовская собака. Дашь слабину, она бросится. Ты это... Покажи ей, кто из вас хозяин. Ну да, да. Ты просто постой здесь и мешайся, если вдруг поймешь, что я вот-вот... Умру. Вот. Вот так. Давай-ка. Вот умничка. Хорошая. Хорошая девочка. А, ты! Подлая! Подлая сука! Перестань! Успокойся! Все! Хорошая девочка! Хорошая! Хорошая! Хорошая девочка. Ты там в норме, командир? Все под контролем. Полный порядок. Ладно. Жду в штабе. Я изучила заметки Кэролайн. Нью-йоркские бойцы сопротивления прячутся на верхних этажах State Building. Сет, видимо, на такой высоте радиация на терпимом уровне. Да, так точно. Однако просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолеты собьют. А можно выйти с ним на связь и сообщить, что прилетим на вертолетах? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но не нашла. Проклятье. Значит, дойдем туда пешком и поднимемся? Познакомимся сразу лично, как положено. Пешком? Там ведь весь город загрязнен радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды мы получим там смертельную дозу. Да, да, Аня, да, но вот эта броня, она защищает от любого излучения. О, справишься, Бласко? Или ты нынче совсем ни на что не годен? Хоть посмотрю большое яблоко. Лады. Бомбата, высадишь его? Не вопрос, подполковник. Могу я вам помочь? Я не знаю. А чем? 5 градусов. По левому борту, он прямо по курсу. Так точно, Блонди. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю, я из Техаса. В
Господи Боже. Мужчины, женщины, дети. Крики уже стихли, но я все равно слышу. Похоже, надо что-нибудь расплавить, сделать проход. Эй, Бласко! Надо пробраться через разрушенный город к State Building. Чем скорее, тем лучше. Конец связи. Thank you.
Thank you.
до стейт-билдинга идти далеко. Кэролайн, поможешь пройти этот путь? Кэролайн, поможешь пройти этот путь? Посмотрим, можно ли запустить этот старт. Отлично. Надо бы улучшить свое оружие.
Поезд подключен. Найду управление и попробую сдвинуться. Поезд подключен. Найду управление и попробую сдвинуться. Забудь про боль. Ты еще жив. Так что шагай. Уильям, ты меня слышишь? Если ты на 5-й авеню, стоит билдинг уже почти рядом.
Привет, Громила. Проверишь старика на прочность? Привет, Громила. Проверишь старика на прочность? Привет, Громила. Проверишь старика на прочность?
Проверишь старика на прочность. Билдинг и свяжись с бойцами сопротивления. Ищи лифты, лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Подняться на вершину стейт-билдинг и свяжись с бойцами сопротивления. Ищи лифты, лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Твой голос, Аня. Вечное блаженство. Спокойно. Во-первых, давайте проясним. Я не нацист. Ты что сказал? Ты нацист? Нет, 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 я не нацист. Не нацист, ясно? Если ты не беложопая фашистская свинья, значит, ты цветной или девиант. Ты явно не цветной, значит, под девианта косишь. Похож он на девианта, сестра нет. Грейс? Тихо, тихо. Да, я не девиант, но я... Я так и думал, сраный нацист! Все достали. Ох ты, сука! Еще раз повторяю. Я, твою мать, не нацист. Эй! А ну, поставь суперчудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди, я с этого горла этой херней. Мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Круг Райзау. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чеку. Черт! Ложись! Ослабься. Это муляж. У этой сучки черный юмор. Чувак, так и будешь на мне лежать! Чили тебе подойдет? Папин рецепт. У нас, правда, нет ложек. О, спасибо.
А сетка из курятника вам тут зачем? Из курятника? Это моя клетка Фарадея. Сечешь? Чтобы нацисты и пришельцы не смогли найти нас. Меня чуть не убил Уильям, мать его, Бласковец. Черт! Не против? Ты что, была при взрыве? Угу, была. Я выжила и почти не пострадала, потому что была под землей. Вышла, а там реальный ад по Данте. Понимаешь, о чем я? Я помню искалеченных людей, блуждавших в дыму. Помню эхо криков на разбомбленных улицах, как вой призраков. Я помню мать с сыном. Мальчик вслепую шарахался в этом хаосе с вытянутыми руками. И, конечно, звал маму. Но тепловая волна от бомбы расплавила кожу на его руках. И она сползала, как рубашка, которая сильно велика. Тут я увидела его мать. Она пыталась к нему ползти. А у самой уже ниже пояса ничего нет. Просто нет. Вот о чем думать в такой момент? Понимаешь, что теряешь самое дорогое. О чем бы ты подумал в такой момент, а? У тебя... Черт. Теперь след останется. Они просто звери. Не звери. Люди. Я тебе соболезную, мистер Бласковец. Я мало с Каролайн общалась, но она была крутой теткой. С остальными яйцами. Яйцами. Вот почему, как зайдет речь о чьей-то крутизне, люди сразу вспоминают про яйца. Они же маленькие и хрупкие. Висят себе там обернутые теплым нежным слоем сморщенной кожицы. Слоем сморщенной кожицы. Фу. Да уж, загадка. Да, зато они производят очень чудесный нектар. Да, у меня у самого скоро будет двойня. Милый мальчик. Девочка. О, прости. Да что тут такого? Ты что чудила? Враги, их много, уже на лестнице. Целая армия. Суки, нашли нас. Давай пока мне. Ну что, есть план спасения, мистер Бласковец? Аня, нам срочно нужна эвакуация. Поняла, все, Уильям. Все, отправляю ХАС-1 и ХАС-2 для срочной эвакуации. Ясно. Веди всех своих на крышу. Я задержу нацистов. Братья и сестры, слушайте! Скорее поднимайтесь на крышу. Мы эвакуируемся. Берите все, что сможете унести. Давайте, бегом! Вперед, вперед! Собирайтесь! Справишься? Сделай так, чтобы люди спаслись. Ну что, идите сюда. Беложопые фашистские свиньи. Эй, кто ты тут бегал?